Мошенники и тунеядцы заплатят за себя сами. Валентина Матвиенко прокомментировала свою позицию по безработным. Она заявила, что платить за медицинскую страховку нужно обязать только тех, кто скрывает свои доходы. По мнению спикера Совета Федерации, такие якобы безработные часто просто работают неофициально. Поэтому их нужно поставить на налоговый учет и заставить сообщать о доходах. При этом речь не идет о тех, кто не может работать из-за проблем со здоровьем. Речь идет о недобросовестных гражданах, те, которые работают, но скрывают свои доходы, не платят налоги за доходы физических лиц, соответственно, не платят налоги в фонды обязательного медицинского страхования, пенсионный фонд и так далее. Речь идет и почему государство, в частности региональные бюджеты, должны за них платить. Вот за тех, кто не может, государство обязано, но за тех, кто может, но не хочет, либо скрывает свои доходы, ну это, извините, уж совсем я несправедливо.